Приветствую всех в моем новом видео. Вы на канале Джиггернаут, если что. Это второй выпуск моей ни разу не украденной рубрики под названием «Адская кузня». Суть этой рубрики – рассказывать и показывать вам необычные билды и лодауты в Team Fortress, которые я придумал. Звезда сегодняшнего ролика – снайпер с билдом под названием «Снайпер-пулеметчик». Если что, название я придумывал, поэтому оно такое неказистое, говняное, дебильное. Но не будем об этом. Будем о снайпере-пулеметчике. Назвал я этот билд именно так по одной простой причине. Снайпер-пулеметчик, давайте я буду сокращенно называть его СП, вывозит тупо на своем пистолете-пулемете и, конечно же, харизме. То есть, винтовкой он не пользуется. Он не пользуется винтовкой. Он не использует винтовку. Я думаю, вы с третьего раза уж точно поняли. Ближнее оружие можете взять какой душе угодно, но вот лично я для максимального пафоса возьму шахан-шах. Шахан-шах. Теперь поговорим о СМГшках. Всего в игре их две, одна из них стоковая, поэтому она нахуй отсеивается. Другой пистолет — это карабин чистильщика. Оружие не особо популярное, поэтому расскажу про его особенности. При нанесении урона оно накапливает шкалу заряда, при активации которой, правой кнопкой мыши, вы получаете мини-криты на все оружие в течение 8 секунд. Но при этом размер обоймы уменьшен на 20%, скорострельность урезана на 25%, а также оружие не имеет случайных критов. Последнее самое обидное. Но ничего, нас данное оружие вполне устраивает. Но не обязательно использовать именно этот пистолет-пулемет. Вы можете юзать и дефолтный. Примерно в середине видоса я поменяю карабин чистильщика на него. Так что выбор за вами. Передаю слово Джиггернауту. Видели, как я ловко озвучил этот текст снайпером? Это все благодаря телеграм-боту Celera TTS. Там вы можете озвучить текст голосами любимых героев, в том числе и наемников. Но там есть достаточно неприятные ограничения, например, на количество символов в день. Поэтому, чтобы по-настоящему насладиться чудесами этой нейросети, советую оформить подписку на официальный бусти Celera TTS по моей ссылке. Она будет в описании. Оформив подписку, у вас уберется ограничение, вы сможете так же, как я, озвучивать приколы смешными голосами. Моя реферальная ссылка будет в описании. Продолжаем видео, извиняюсь за беспокойство. Тактика вполне проста. Вы осторожно бегаете по карте, при виде противника сразу же по нему стреляете. Только постарайтесь хотя бы как-то целиться, иначе нихуя не выйдет. Я знаю, что убить кого-то будет трудно, поэтому советую выбирать одиночные цели, особенно саппортов. Вроде я вам все рассказал, так что теперь вы будете лицезреть невъебенный геймплей с этим билдом. Снайпер-пулеметчик. Наливайте попкорн, насыпайте чай и приятного всем просмотра. О нет. Блять. Чё? А. Да, это жестко. Чеф Киф, нет. Чеф Кеф. Борись за свободу и смерть жития. Ой, бля. Бля. Хуча, халя, 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 халя. Опа. Испугался. Тихо, тихо, тихо. Пробираюсь в вашу скупазу. Блять, сука, это ёу. Как так мне везет тут вообще? Кара божия постигла. Меф убили. Блять, тяжело здесь. Ха, лол. Ой, бля. Оп, кому-то пизда. Да ёбаный рот. Вау, да ты крутой, дебил, блядь. Мамут Рахал. Это бот, да? О, да. Ебать. Оп, фу-фу, застилил. Искусство стила. Бля, ну смотри, там два стоят читера. Бля, он сюда летел. Какой-то херовый бот, на самом деле. Давай, мне не жалко вообще, похуй на меня. О, нашелся. Сейчас будем пытаться их убить с этой позиции. Будь здоров, да спасибо. Кто здесь жрет? На дереве, блядь, обезьяна какая-то. У меня есть тактика, я вот здесь вот буду шкериться и хуярить. О, хорош. Ой, бля-бля-бля, хуярь его. О-о, отстрелил. Да сколько их тут? Сука. Ой, блядь. Спугал. Нас атакуют. Шпион! Его убил, интересно? Нет. О, его теперь убил.
Да, на мне пизда. О, ебать, я улетел. Сука, это никак толкнул, не видел. Бля, о-о-о, а я чё? Э, чё? Он спрыгнул? Тайно дергал, опять ты. Тайно дергал. Понял прикол? Типа он... О, как вы думаете, эти крокодайлусы меня скушают? Ай, блядь, убил. Будьте вы прокляты. Он, наверное, похуй. А, нельзя? Нихуя они там, я хочу к ним. Погнали. Веселуха, веселуха, ребята. Да ёпты. Здесь какая-то хуйня творится, лютая. Это что? Это нормально? Не буду. Да ёбаный рот. Ну просто захотел. Тебе пизда, я пирожок ем. Тебе пизда, я пирожок ем, понял? На, соло. Поддерживаем его. Судя по счету и по никнеймам игроков, катка здесь потненькая. Сейчас я разверну ход событий. О, неплохо. Всячески. А, прячемся. Ой. Ой, блядь, че? Я дай табнус просто посмотреть, там запись идет, а вот тут вот это. О! Может необычно СМГшку взять, так легче будет. Ой, мне кажется, этот тебя тащит прям. Бля, это сильнее. Вот что я проиграл. Как я здесь играть буду? Я, кстати, теперь шоколадку ем уже. А не пирожочек вкусненький. Ну, поскольку в коридоре меня убьют, предлагаю расстрелять просто раздатчик. О, так, давайте по подземелью пойдем. Ой, блядь! Нас разъебашили. F8 Докия. Так, ну пока что ничего полезного не сделал. Ну, кстати, я не собираюсь. Блядь, дайте угадай, сейчас я дойду до конца коридора, меня убьют опять. Ой, ой, блядь. Ой, я придумал, сейчас пройдут кто-то, а я за ним такой. Тыгрыгрыгрыгрыг, по-тихому. Так, надеюсь, он все еще здесь, и мне сейчас полный пиздец. А, не, вот, смотрите, вот. Ой, могу так сорить. Это фича. Оп, так же, как в прошлый раз. Да меня сейчас убьют, блядь. Сейчас я позаебываю их еще немного. Ой-ой-ой. Пошел нахуй. Уберись, блядь. Уберись, сука. У меня 4 патрона. Блядь. Ой-ой. Ой-ой, приставили турель, ебаный. Бля, кокосовая шоколадка очень вкусная. О, бля, я забыл, что нельзя высовываться, вообще-то. Как только так сразу. Вон, блядь, кто на моем пути будет стоять. Тотальный разъеб. Спасибо, сказал аптечка, блядь, только сейчас понял. Да я просто вежливый, нет. Опять по той же схеме. Массовый расстрел. О! Смотрите. Хуярь! О, расхуярил турель! Эту тоже хуярим. Ебать. Вообще похуй, блядь, с ножом всех. Ну чё там вы, ребята? Вообще всем похуй. О! Я думаю, им это поможет выиграть. Бля, да куда ты лезешь? Вот тебе, блядь,
здание. Расстреливаем нахуй его. Я сюда хочу очень. Здесь турель. У, блядь, турель здесь. Бля, да меня, про меня все знают. Забавно. Бля, я еще играю этим пиздецом, бля, это. Почему в чате все не пишут Джиггернаут, долбоёб, дебил конченый, там и так далее. Ну ладно, вы это и так в комментариях написали уже, наверное. Бля, по новой. Good shot, mate. Оп! Видали, я хорошо заимился на него, прям отлично. Ого, блядь, кто? Пришли спортики, бля, хуярить нас. О, вот так вот и надо их сразу было. Ну, я туда пошел. Опять он горит, надо расстрелять его. Да, блядь. Так они меня, нет, я не заслуживаю этого. Да, это какой-то пиздец. Я его испугал. Оп. А я его уже здесь ждал, а я видел его. О, бля, ебать, они там раз поставили турель. О, видали, у меня спецоперация просто была, нахуй. Пришел, уничтожил. У нас еще минута, кстати, на самом деле, не так уж и много, скоро. Heavy incoming. Underground. Бля, вот он нахуй. Да ёпта! Я, кстати, не знаю, зачем я еще раз пошел проверять, если там он, блядь, вдруг испарился. Так, я пошел защищать, кто здесь еще остался. А если никого не осталось, то я их с тыла буду хуярить. Я в соло их разнесу. Они прям все предугадали. Это великие тактики играют, значит. Сука, ну я пытался. Неплохо. У меня 15 очков даже, за 2400 дэмэджа. Нормально. Кабум. Чудеса прекрасной игры Team Fortress 2. Это все видят? Интересно, вот этот вот пиздец. А тут так же, слушайте. Охуенно. Ты чё, долбоёб, блядь? Алё, я только подключился, я же не бот. В смысле, я ютубер? Спасибо большое. Ох уж эти, блядь, фанаты узнают меня, да? Хуярим, оп. Помог сзади, так сказать. Просто мешаем играть. Ебать, он подпрыгнул. Ну, вообще логично, что я ютубер, бля. Я смотри, какой хуйней занимаюсь, блядь. Ладно, нету. Ой, бля. Да чё нахуй, сука. И этот еще. Еще одного раза не хватило. Потряси за лупой. Это тоже. Хуярим, он здесь, по-любому. 100%. Фу, слушай, это реально хорошо идет, блядь. Я прям пулеметчик. Вообще похуй. 14 очков, прошу заметить, это много. Пошел нахуй отсюда с моей дороги. Все испугались. Пошел ты нахуй. Сука тупая. О, сейчас будут военно-десантные войска. Блять, не, этого я не хочу хуярить. Это не я, это шпион. 5 очков у меня уже, вы прикиньте, сколько нафармил. Spy is me, I'm sniper. Вот так вот, главное предупредить вовремя команду свою. Оп, спрятался. Сука, сейчас пистолов дадут. Привлекли внимание, съебались. Блять, он что, забыл про мое существование? Он что, еблан? Ой! Сука, это какой-то ужас. Прям, знаешь, толкнул его как будто пенисом его. Получилось эпично. Блин, пулеметчиков я неплохо убиваю. Ну хотя, я же сам пулеметчик отчасти, да? Ты на нахуй, блять. Тварина. Ха, лох, блядь. Нет, короче, вывод. Если вам делать нехуй, то вот, играйте за вот это. До свидания, подписчики. Вы были на канале Джиггернаута. С
Ставьте лайки, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал, если считаете Джаггера тупым идиотом. Также у него есть группа ВК, где часто выходят ебланские мемы по Team Fortress'у. А еще я советую ознакомиться с его вторым каналом, куда он с друзьями выкладывает забавные ИРЛ-видео. Всем удачи и покакайте! Че, вы реально думали, что это конец видео? Нет, сначала посмотрите парочку не вошедших в основной выпуск моментов. Оп, сейчас с ником поебать, прикольно. Выхожу есть в детей. Сука. Ой, блядь, да это... Кто здесь разбрасывается хлебом? Йоу. Бля. Сейчас детей буду есть. Ой. Что? Хуя я ноту высокую взял. На. Крестьяне. Пошел ты нахуй. А что, вы думали, я это типа как бы... Не попрощаюсь с вами. Попрощаюсь, все пока. До свидания.